такое. Сегодня мы в отеле в Кипре и в отеле. Вы уже поняли. Да. Вот. А где мы сейчас? Мы на раскопках. Вот, смотрите. Это что, Сав? Раскопки. А там раньше жили люди. Их раскопали и получились одни камни. Да, это древние города. Здесь разрушенные древние замки. Этим камням тысячи лет. Да? Да. И вот мы можем к ним прикоснуться. Как здорово. О! Здесь ракушки есть. Скажи. Ой. Где-то там они, да? Одну минуту. Угу. Сейчас. Тут колодцы даже сохранились. Наша Маша немножко устала. Она отдыхает. Так, вот. Ой, какие-то красивые ракушки прям лежат на камнях, да? Древние, наверное, тоже. Вот, мы все заняты, все на раскопках. А я вам покажу. Вон наш папа, вон маяк. Какой красивый. Мы пришли, где древние дамы. Пойдем. Сав, что нашел? Большую полосу. Смотрите. Вот тут я, она сама попробовала, она не проваливается. Не проваливается. Вот, да? Вот такой колодец. Ой, какую ракушку Сава тут нашел. Смотрите, я сейчас покажу. Да, а вот колодец древний, смотрите. Вот он. Мы заглядывали, таких много здесь. Они действительно глубокие, даже некоторые с водой. Так. Вот там колонны впереди. Пойдем полазим. Вот, смотри, мам, какие. Смотри, какие красивые. Где? Да. Перевод, пошли. Идем дальше? Пойдем. Что там? Это древняя мусорка, там лежат камушки. Древняя мусорка. Сам нашел древнюю мусорку. Знаете, а мне кажется, что вот это самое интересное место оказалось. Мне кажется, вот тут был такой шарик, а вот тут такая личка и ноги. А еще это мороженое, мне кажется. А еще может быть что-то конус просто перевернули. Даша, ты что думаешь, что это было? Тоже мороженка была. Ничего, так мороженка. Ну, пойдемте дальше. Колонны, смотри, бегом. Вот колонны. Да, пойдем. А вот, смотрите, какое-то здание. Смотрите, какой-то домик. Смотрите, домик. Ой, дорожка к нему есть. Где? Вот. А вот рисунок. Вот рисунок. Да, вот мозаика. Мы по ней ходим прям. Вот она. Пробраться к колоннам. О, смотрите. Там по камушкам не ходите. Почему? А нельзя там ходить по камушкам. Вот, а вот можно, вот можно. Вот сюда идите. Да, так. Вот здесь можно, вот здесь. Я прохожу аж туда. Мама, сфоткай. Нереальные чувства. Маша представила, что она в бассейне. Вот она. Фото сделано. Камон. Так, Савы, куча энергии, он изучает древний город. Так, я пошла сюда. Вот, какие тут камни. Колонна какая, вау. Да, можно, пойдем. Какая красота. Маш, смотри, становись между колоннами, будем фотографировать. Становись, Маша. Становитесь по бокам колонн, Сав. Сав, становись, будем фотографировать, давай. Маша, Маша готова. Поза модели в древнем городе. Есть. Угу, вот еще один модель. Внимание. Так, идем дальше. Купила! Какие древние камни. О, тут бассейн раньше был. Ты думаешь, бассейн? Да. Давай посмотрим, что здесь. Вот, я думаю, тут бассейн был. Маленький такой. Очень интересно даже. Вон колодец опять. Где бассейн?
Может где быть. Да, может бассейн. Ну, сейчас тут живет муравьи и много ящериц. Да, больших таких. Может, еще больше коровки где-то лазят. Может быть. Ну, я, например, даже не догадываюсь, и надписи что-то тут нету. Но это дома чьи-то. Мы пришли, где три дома было большое. Мне тоже кажется, что это дом. А вот, мне кажется, королевское кресло. Может быть. Тут спальня, залы. Видишь, разделено по комнатам. Это двери даже были такие маленькие. Может быть, даже перегородки вот сохранились. Может быть, здесь была дверь. Красота. Ну, вот такого цвета это все и было. Да, такое и было. Сава тоже представил себя в бассейне. Смотрите, это какая-то горка, наверное, была водная. Это тоже бассейн, наверное. Наверное, спускаемся аккуратно. Сава. Игрушечный замок, да? Ребята, смотрите, идемте за мной. Пошлите. Да. Подождите меня. Я думаю, это камень. Древний мост. Это мой друг. Тёма, да? Привет. Да, его зовут Тёма. Вот древний мост, смотрите. Да. Здесь большая дыра, а тут я не хочу слезать. Это долго. А да. Вот здесь так раз, два, все. Древний мостик. Круто, ну-ка все попробовали по мостику. Так, Даша. Даша у нас ей 5 лет с половиной, да? Или без половины. И она очень смелая, потому что она пройдет по древнему мостику. Я не думаю. А я думаю, она справится. Даша, нет, ты можешь. Не. Да. Прекрасный рыцарь подаст ей руку. Ура! Принцесса спасена! А где вторая принцесса? Да. Так, я пошла посмотрю, где вторая принцесса. Вторая принцесса нашла какой-то свой игрушечный замок. И он не дает ей покоя. Маш, что же там такое? Ну, тут прям как маяк. Смотрите, вот это у маяка есть. Вот это как будто маяк. Вот тут могут быть лилипуты. Они могут туда зайти и жить там спокойно, может быть. Окошко где, покажи? Вот это. Вот здесь. А вот это ямка у меня пасит. Мам, я довел принцессу. Да, принцессу довел, Сава. Ты герой, принц-герой. А там море. Море, море. Да, идем дальше. Вот, посмотрите, мы с друзьями погуляем в историческом месте. Да, где мы сейчас находимся, Сав? На раскопках. Правильно, мы на острове. Кипр. Да. Даш, как тебе раскопки? Как тебе старинные города? Понравились? Да. Здорово. Весело было? Да. А что больше всего здесь понравилось, Даш? Как мы фоткались. Как мы фоткались. Конечно, у нас такая крутая фотосессия была. Маша, тебе? А мне больше понравился вон тот замок разваленный. Да. А если бы вы меня спросили, я бы сказала, что мне колонны понравились. Сав, а тебе? А тебе, наверное, высокие здания, на которых ты залез, да? Или колодец. Или колодец, да? Все. Все, тебе все понравилось. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Ссылочка будет в описании. Всем пока-пока. Пока-пока всем. Пока-пока. Оставайтесь. Пока-пока.